Предстоящей ночью температура воздуха на большей части территории Латвии понизится до -15, -25. Холоднее всего будет в Видземе. Днем максимальная температура воздуха -5, -15. Ветер слабый, возможно, будет безветренно. Из-за этого ухудшится качество воздуха, особенно в районах, где распространено печное отопление. Местами будет облачно, пройдет снег, на побережье локально сильный снегопад. В Риге осадки маловероятны, ветер слабый, минимальная температура воздуха ночью около -20 градусов, днем около -10.